Всем привет! Сегодня у нас вот такая огромная посылка, очень долгожданная. Как вы поняли из названия, это квадрокоптер. Значит, сильно переживал я, как оно будет доезжать, как будет обстоять дела с таможней. Все прошло хорошо, посылка прибыла курьером. Вот это ЮТЭК, служба доставки. И никаких проблем с ней не возникло, абсолютно. Этот продавец, на которого я оставлю ссылку под видео в описании, все знает, как оформлять, чем отправлять, чтобы вам не было никаких проблем. Так что, если хотите купить вот такую дорогую вещь в Китае, рекомендую воспользоваться этой ссылкой. Давайте будем вскрывать и смотреть, что здесь есть. Первый черный пакет распаковали. Здесь идет второй пакет с данными. Так, сразу здесь в комплекте идет аж два адаптера. Не знаю, зачем два. Положил два. Здесь вот замятый угол. Здесь бирка Xiaomi, все на китайском написано. Ну, здесь есть 4К. Так, вот так. Смотрим, что у нас здесь есть. Сам квадрокоптер. Здесь насадки на двигатели такие пенопластовые, чтобы все аккуратно было. Аккумулятор до конца не всунут. Вот так разложили ноги. И вот так он стоит. Так, здесь все такие стоят резиновые штучки, чтобы для мягкой посадки. Дальше мы его рассмотрим. Открываем коробку дальше. Здесь у нас конверт какой-то инструкции, наверное, на китайском. Да. Все Xiaomi, дрон 4К. Есть какие-то на английском инструкции, можно почитать. Дальше, вот это важно, камера. Камера, трехосевой гимбал подвес. Камера такая в виде шара. Потом установим. Так, здесь у нас пусто. Здесь у нас лопасти. Два набора по 4. То есть один действующий, один запасной набор. Вот это как раз место было помятое, так что ничего страшного не случилось. Я так понимаю. Вот они. Очень плотные. С такого довольно толстого пластика. Отлично сделаны. Вообще продукция это качественная. Пронумерованная. То есть отмечены цветом лопасти. И здесь на самом квадрокоптере тоже есть пометки для того, чтобы не перепутать. И дальше идет у нас пульт. В этой части еще. Ага, в этой части у нас идут пустые коробки. Вот две. Уплотнительные. Все сделано, видите, как красиво. Чтобы ничего не болталось, все уплотнено. Это такой свисток, донгл для связи без провода пульта и телефона по Wi-Fi. Здесь проводочек Wi-Fi, USB проводочек. Здесь вилка питания.
И здесь зарядное устройство. Очень интересно выполнено. Так, и все, и остается у нас пульт. Так, вот тут. Вот, как видите, все классно продумано, упаковано. Очень молодцы. Xiaomi, тут антенки. Вот так, здесь накладочки тоже на управление. И вот так выглядит пульт. Кнопка включения наполовину заряжен. Вот. Видите, мигает. Стики. Кнопка домой. Здесь регулировка наклона. Здесь, по-моему, экспозиции. И здесь есть еще две кнопочки. Так, это мой первый квадрокоптер. Я вообще никогда не летал ни на каком квадрокоптере. Так что буду учиться полностью с нуля. Ну и приглашаю вас, если вам интересно такое занятие, вместе со мной тоже поучиться, попробовать. Возможно, вы захотите впоследствии тоже таким заняться. Так, он довольно тяжелый. Приличный вес у него. Вот, как видите, есть золотистые метки и серые метки на двигателях. Здесь есть специальный замочек. Вот, как видите, открыть-закрыть, так поворачивается. То есть очень просто, не надо накручивать ничего. Очень просто устанавливается. Вставили, прижали и провернули. Все. Вот так, все лопасти надеты. И вот так он выглядит. Так, дальше камера. Для камеры есть вот тут отсек на замочке. Закрыто. Нужно очень аккуратно вставлять камеру. До щелчка. Для того, чтобы она не упала и не улетела у вас. На самой камере есть отверстие для карты памяти и зарядка. Все, камера установлена. На пульте вот здесь есть такое окошечко закрытое, здесь выход USB, микро-USB. Так, ну пока все для дома. Распаковку бы сделали, посмотрели, что еще состоит. Теперь нужно выйти на улицу, сделать первый запуск. Пока на этом все, смотрите на дальнейшие выпуски. Можно включить аккумулятор. Аккумулятор заряжен, 3 деления. Вот, как видите, он просигналил. Здесь горят огни. Вот видно зеленый и красный. 2 белых впереди, зеленый и красный сзади. Вот, отрабатывает камера. Так, подключили и сделаем первый запуск. Поймала 12 этих, 15, да. Дальше не идя. Не, здесь куда хочешь. Вот выше. Развернемся на нас. Помахаем руку.
Тут можно отрегулировать вот это. Опустить камеру ниже. Домой. Где туда вот он? Попробуем его посадить на автопосадке. Раз. И на одну секунду задержали. Все, пошла автопосадка. Первый полет, рассказываю первые впечатления. Во-первых, конструкция очень-очень все классно собрана, пластик твердый, пропеллеры, все-все сделано очень качественно. Камера отрабатывает, тоже качественно, посмотрите на видео съемку. Правда, сейчас на улице пасмурно, нету солнца, качество, не знаю, какое будет именно картинки. Но летает и управляется вообще никогда в жизни я не пробовал летать ни на каких, ни на маленьких, ни на дешевых, вообще никаких. Это был мой первый полет. И сразу же
управление очень легкое, очень свободно, все легко управляется, очень послушный маленькими движениями. Ну, не знаю, мне очень понравилось. Послушный, хорошо управляемый, качество всех материалов просто на высоте. Вот это вот все полностью собрано, как оно все сделано. Xiaomi, как всегда, молодцы. То есть я рекомендую, очень хороший квадрокоптер за свои деньги. Все, вы были на канале «Взагалі по загалям». Всем пока.